Дорогие земляки, я искренне поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова. Это день, когда мы обращаем свои сердца и умы к главным христианским ценностям – добро, милосердие, любовь к ближнему. А главное – вера в Бога, которая во все времена давала нам жизненные силы, направляла и помогала преодолевать любые невзгоды. Давайте поблагодарим друг друга за помощь и заботу, душевную теплоту, за понимание и поддержку. Давайте помнить о том, что мы вместе, единые и сплоченные. Пусть наши сердца будут наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости. Мира, здоровья, благополучия и Божьей милости каждой одесской семье, каждому из нас. С праздником, с Рождеством Христовым!